значит? Ну да. А что значит? Ну как? Мы хотим знать, смогли вы что-нибудь? Это вы сейчас о чем, а? Да, мы здесь спрашиваем. Как эта дама, которая попросила вас развлечь дома? Да. Веселая. Будем что-то веселый, когда тебе покойник 200 миллионов поставил. Граф. Мы так верили в вас. Да. Пока вы тут так веселились, мы решили поручить вам деликатную миссию. Ой, хорошо бы, только бы поменьше работы было. Да это ж не работа, это одно удовольствие. Граф, скажите нам, вы любите женщин? Я люблю всех женщин мира, даже тех, кого еще не люблю. Это нам подходит. Граф, ну прекрасно. А как относитесь к семейной жизни? Ой, положительно, только в качестве кота. Это нам не подходит. Друга семьи. Нам это не подходит. Нет. Но я считаю, что наше предложение должно доставить вам огромное удовольствие. Я вас согласен. Граф. Да. Мой дорогой граф. Да. Все на месте, да. Вы должны жениться. Человек плохо. Воды. Не надо. Воды. Вот только шампанское. Шампанское. Закончилось. Магазин. В Тамару. Да. Беги в Плазу, там выбор больше. Лучше прокатить. Мой дорогой граф, у вас Иоанн Вальдерсхейн в девичестве был роман, бурный роман. Да. Потом ее уехали в Париж по службе. Да. Ее отец и гроб быстро сгорелся. Чтобы расплатиться с его долгами, она продала имение. Это имение купил банкир Майер, да, чтобы не расставаться со своими родными краями. Она вышла за него замуж. Он сразу после свадьбы в свои 92 с четвертью, он был мир иной, оставив нашей Анне огромное состояние. Анна Вальдерсхейн, с которой у вас был роман, и Анна София Майер, это одна и та же Анна. Граф, я вас прошу, женитесь. Ради меня женитесь. Я вам даю слово, если я когда-нибудь женюсь, только ради себя. А ваша миссия? Будьте спокойны, я буду охранять ее, как ни один султан не охраняет свой гарем. Пароль! 200 миллионов. Порции! Александр, берегите деньги. Граф, я представлю вас в награде. Вот такую большую медаль. И вас. Больше, Роберт. Да, вас больше. Да, эти женщины. Да, эти женщины. И кого не с нас-то?